Всем привет, дорогие друзья! Вы на канале Голди Роблокс, и у нас, ребятки, сегодня новая серия. В этой серии, ребят, только мы с вами будем продолжать наш проект Путь Шелли Голди. Погнали! Итак, вот мы зашли в игру. Да, я там немножечко, ребятки, поиграл. И набил уже ни много, ни мало, ребятульки, 85 кубков. Конечно, это еще нубская вообще цифра, очень нубская, но тем не менее. И вот, у меня, ребятки, назрел вопрос. Кстати, давайте пока откроем магазин. Вот тут нам все, как всегда, предлагают купить донат. О, Пайпер. Да, на аккаунте Голди, кстати, есть Пайпер и этот скин. И я снимал видосик, ребятки, можете зайти посмотреть видосик про эту романтическую Пайпер. Так, а что нам дается, что они там пишут нам какие-то... Тут что, вообще бесплатно никаких подарков на этом этапе еще нема получается, да? Эй, чуваки, где подарки, где подарки? Ладно, походу нема вообще никаких подарок, обманули нас. Да, мы с вами набили уже 3 сундучка. Вот, пока что я не знаю, ребятки, открывать их или не открывать. И вот вопросик, который меня немножко как бы озадачил. Если, вот, например, да, мы хотим, получается, не открывать вообще, пройти всю игру только на нити, выкачать все 14 500, как бы, этих самых, да, кубков, и, ну, и получается у нас открыто только захват кристаллов. Вот, это чуть-чуть трудновато, то есть все вот эти вещи, все режимы у нас закрыты. А чтобы их открыть, ребята, придется открывать ящики, ниту, бла-бла-бла. И у меня вопрос. Как вот вы скажете, так мы с вами и будем поступать. Например, мы все-таки продолжим, ребята, играть на нити. Будем играть только на нити. Но мы будем открывать вот эти все, как бы, прикольчики, да? Чтобы открывать другие события, вот. Это первый вопрос. И второй вопрос. Будем ли мы только, ну, ниту прокачивать? То есть ей... Если будут падать, да, с этих ящиков, короче, очки энергии, будем ли мы апать уровни нити? Вот. То есть, какая нита, господи, Шелли, ребятули, Шелли. Вот, как-то так. Так что, ну, пока что в этом видосике мы еще будем играть только в кристаллики. Потом я посмотрю, что вы мне, ребята, подписчики, мне все поотвечаете, вот. И тогда уже будем дальше двигаться. Ну что, погнали, давайте сейчас немножко поиграем с вами. Попробуем уже 100 кубков сегодня апнуть, даже, может, немножечко больше. Кстати, в друзьях пока что никто не кидал друзья, только Илюшка, мой сынок, в друзьях, да. Вот, и, короче, про клан, да, про клан. Я в прошлом видосике, наверное, уже сильно много разговаривал, ну сейчас. В прошлом видосике говорил, что хочу на этом аккаунте сделать клан, клуб Голди, типа... Академия, да, вот, там будут всякие нубики у нас качаться, там, например, вход будет с тысячи, и когда вы будете уже достигать значения там 7000 на данный момент, потом будет больше, вы сможете, ребятки, перейти в клуб уже, как бы, настоящий оригинальный клуб, Голди клуб, да. Ну ладно, это все так информация, и погнали в бой. Да, ребятки, сегодня был стрим, прикольный стрим был, мы вели час 40 на стриме были. После того, как закончится стрим, значит, интересные цифры. О, нас играют, смотрите, 6 Шелли, офигеть, боже мой. Вот, очень было интересно, интересные цифры после стрима. Значит, максимальное количество людей было на стриме, пока что 19. И по времени, ребятки, 17 часов его смотрели. То есть только как, когда я закончил, ну, нажал, да, закончить. Вот, его смотрели, ребята, 17 часов. Это просто, я немножко офигел, конечно. Подруга, я это хотел сделать. Ай-яй-яй, меня убили, давайте, пацаны. Вот, от какой-то Сантьяго у нас там тупит вообще, вот, по-жесткому. Вот, так что стримы мне очень понравились. Хотя и было достаточно тяжело. Временами я даже не мог сообразить, что, блин, такого сказать в тему. Но я старался, и поэтому... Конечно же, каждый выходной теперь будем по возможности бах пытаться стримить. Думаю, у нас будет хорошо получаться. Да, сейчас что-то есть, я помог. Так, у нас у одной Онес какой-то 6 кристаллов. Вот, так что, ребятки, если вы хотите участвовать в следующем стриме, вот, так что будьте на связи. И, короче, ой-ой-ой, я перепутал, я думал, что я тот нижний игрок, блин. Будьте на связи, там следите за обновлениями. И следующий выходной, возможно, в субботу, во второй половине дня, или в воскресенье, в первой половине дня, у нас, ребятки, будет с вами новый стрим. Мы будем тестить. И, короче, там кто-то писал, что была плохая картинка, да? Поэтому тоже извините. Я попробую в следующий раз сделать покаснее картинку. Хотя там все по стандарту у меня стояло в моей программке. И я не знаю, почему она была не совсем качественная. Бах! О-о-о!
как мне нравится, ребята, ультовать на Шелли. Это просто одно удовольствие. Смотрите, двоих снесли какие-то вообще раканы, просто крабы. И вот этого еще я сейчас... Ох, не успел его ультануть. Ну что, круто, мы победили. Были не мы звездные игроки, потому что там временами тупили, да. Ну, ничего страшного. Все, смотрите, у нас все по первому уровню, у них было 1/3. И все равно они умудрились слиться. Значит, они какие-то раканы. Или же опять боты. Хотя, опять же, у меня уже достаточное количество кубков, на ботов не похоже. Нифига себе, 40 монет дали. Мне так никогда не давали много на моем основном аккаунте. Да, ребятки, если еще какие-то идеи есть по видосикам, там кто-то мне писал DZM, по-моему, донат за скилл, да? Какой-то такой режим можно придумать. То есть мы даем задание подписчикам, какой-то квест там выполнить. Если вы его выполняете, то Голди вам будет донатить. В общем, я еще думаю про эту идею, как оно вообще будет смотреться, и что-то придумаем. И опять же обещал на 2000, ребята, на 2000 подписчиков сделать какую-то вертушку, такую рулетку, да, кому-нибудь что-то подарить. Поэтому тоже в ближайшее время что-то придумаем, вот, и кому-то что-то, небольшой донатик, небольшой подарок сделаем. Но для этого вы должны быть подписаны на канал, у вас должен быть стоять колокольчик, вы должны лайкать все видосы, смотреть полные видосы, комментировать и еще в идеале приглашать друзей. То есть, опа-па-па, есть, я ее успел убить, боже мой! Как, мы, короче, разваншотили сразу друг друга. Ладно, давай берем себя в руки. У нас какой-то Мухаммед играет, как всегда, нам просто везет на крабов. У нас крабья какое-то племя постоянно с нами играет. Стоят вот это вот, стоят в сторонке, брюки по колено, да? Непонятно. Ладно, я попробую, на, заультил, ест, добил. Конечно, на конце, уже на конце наших выстрелов, энергия, короче, выстрелов Шелли значительно падает. Но, тем не менее, когда вот нужен момент именно, например, ее добить, да? То достаточно... А, блин, вы видели, ребятки, там у одной 8 кубков, и она начала делать тапки. И нам бы желательно ее как-то вот сейчас попробую я ее таки... Вот она, вот она, вот она. Бах! И еще выстрел! Ну же! Капец, я не успел ее убить, ребята, давайте догоняйте. У нее там вообще понты-понты. Мы должны ее добить. Или хотя бы мы не должны сейчас давать, взять им еще 2 кристалла, потому что это будет поражение. Ну, она, я смотрю, нубит, она нубит. Мы сейчас ее убьем. Я сейчас пойду на нее охотиться. Смотрите, я сейчас зайду вокруг. Опа, 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 ча, получи, блин, не по той ультанул. Давайте, ребята, мочите, вы должны ту убить. Я иду, я попробую. Сейчас она, наверное, культанет, бах. Да, это будут такие поражения против крабов. И, ну, реально, у нас были крабы, и у них крабы. Как-то так. Так и слили. Фу, позорище. Капец, капец. Ну, ничего страшного. Оказывается, ребятки, и на вот таких этапах, на вот таких нубских этапах тоже бывают трудности. Мы с ними сталкиваемся, да? Ну, ничего, нам это как бы не проблема. Получается, что нам... Ничего нам не пошло, и нам нужно сейчас выиграть, и у нас наконец-то будет 100 кубков. Да, кстати, про вот эту картинку, которая у меня сейчас пустая, спрашивал, подписчики говорят, что она потом появляется сама. То есть со временем, когда у вас там апаются кубки, да, она появляется сама, там разная, в зависимости от текущего, как бы, цифры ваших кубков. Так, в этом бою, нифига себе, тут уже разнообразие игроков такое лихое, да. Тут, получается, у нас Кольт, хотел сказать. У нас Кольт! А у них, блин, вообще жир там. Короче, Роза и Нита. Вообще такие чувачки чуть-чуть получше будут, походу, да? Кольт, ну что ж ты так тупишь-то? Ну, видел же, что летит этот горячий коктейль Молотова от барли, от бутылочника. Так сразу делай тапки. Вот тоже ты тупишь. Зачем уходить туда к Розе, с ними воевать, когда нам всего лишь, ребятки, нужно вот находиться здесь. Возле этих кристаллов. И больше, в принципе, можно даже не ходить туда выше. Оно ни к чему. Да, ребятки, еще такая новость. Планирую в скором времени все-таки купить вебку. Мне кажется, с вебкой будет еще жирнее у нас все видосики идти, да? О, блин, Миша-то меня добил. Красавчики. И нужно не дать им взять эти кристаллы. Блин, сейчас они их возьмут. И так что, если вы хотите, чтобы Голди поскорее купил видосики... О, господи, вебку, поэтому пишите в комментах, и все будет. Так, я взял немножко, убил эту Ниту, и мы уходим. Ага, у них 8 кристаллов, значит, у них вот там вот подруга есть где-то спрятанная, да? Роза, по-моему. Сейчас я буду... Вот, она увидела, что я иду.
Привет, подруга, дай мне свои кристаллы. Во-во-во-во-во-во-во. Не успел я их взять. Давай, чуваки, мочите их. Бейте, бейте. Там, конечно, нам помешал Барли. Гад такой. И реально из-за Барли мы, получается, все, что я как бы нарешал, да, я все и потерял. Так, погнали вместе. Убиваем этих. Там Роза, походу, опять вот тут где-то, да? Где же она, пацаны? Блин, а, вот она. Лупим, 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 лупим. Боже мой, давай, добивай. Ну, неужели мы опять проиграли? Это просто какой-то сверхнубизм, пацаны. Это что-то, кто-то накаркал. Реально нам дали клеймо «Проклятый аккаунт». Мы еще, не в плане, ребята, доната, да, а в плане просто набить несчастных, вонючих 100 кубков. Ну, надеюсь, что в этот раз мы уже выиграем все. То я, конечно, я был так чуть-чуть на расслабоне, да, я был в себе уверен. Вот опять, у нас одни Шелли, у них, блин, и Нита, и Кольты. Вот, я был чуть-чуть на расслабоне, думал, что мы всегда будем выигрывать и чуть-чуть тупил. Теперь буду посерьезнее немножко. Все, я зол, сейчас буду у вас... Пах! Получи ты... Ну вот, еще один выстрел бы. Есть. Эу, почему она у меня стоит? Блин, он сейчас меня убьет. Есть, получилось. Помогу, но у меня было реально очень мало хп, один выстрел, и мне... Все, пацаны, у вас там кое-какое количество кубков есть, будьте добры, вниз спуститесь, и сейчас я появлюсь, и все как бы порешаю. Но нет, о боже мой, так, главное от Кольта не уходить по прямой, потому что... Ох ты, как красавчик! Блин, я не знаю, что происходит, пацаны, но у меня как-то вообще нагибают, просто нагибают. Опять у них 7 кубков, у нас по нулям. Почему так? Что за... Да ты меня уже надоела, подруга. Так, нужно нам добить этого Кольтика сейчас. Потому что у меня какая-то команда вообще никакая, я вам скажу. Сейчас я спровоцирую, чтобы Кольт у нас, получается, стрельнул. Все, он заультовал. И теперь мы можем его разлаживать. Все, у меня, получается, 5 кубков. Давай, подруга. У них 6, все. Я думаю, тебе надо уходить вниз. Ну, куда ты идешь, дружок? Блин, ну это просто... Ну, вот смотрите, у него 500 хп, у него 6 кубков. Куда он идет, баран? Фу, пронесло. Но это было реально очень на грани такой. Ну что, наконец-то мы апнем. Нет, мы не апнем таки с вами. Придется еще один бой играть, потому что хочу уже 100 кубков забить. Сейчас 99 кубков. Боже ты мой. Ладно, давайте, наверное, еще один бой. Да, ну, я так чувствую, ребята, что реально только в кристаллах играть очень мне надоест. Это будет реально муки, какое-то испытание будет, на самом деле, этот путь Шелли. Кстати, надо глянуть, как там у Холдика он происходит. И вообще, открывает ли он вот эти все награды на своем пути, да, потому что хотелось бы играть в столкновении, например, тоже. Вот, и по уровню тоже пока вопрос. Блин, тут 3 Шелли, и реально свою Шелли сразу найти даже проблематично. Вот, ну, конечно, у нас зеленый ник в нашей Шелли, да? Ой-ой-ой-ой, сейчас, наверное, ультанет. Бах! Ай-яй-яй, у нее много жизней. И урон хороший. Ну, такие у нас получилось. Я возьму. Ладно, ты взял, хорошо. У нас 5, у них 0. Давай, наверное, уже выиграем этот бой. Потому что хватит нам нубить. Бах! Ух, как же оно круто ультует. Просто... Одно удовольствие, ребята, когда оно ультует. Ох, как у меня мало жизни, я немножко отойду. Потому что нам нужно жить. Мы хотим уже наконец-то выиграть. Кстати, меня кто-то один смотрит. Даже не знаю, кто. Прикиньте, у меня еще в друзьях никого нету, и кто-то меня смотрит. Очень интересно, возможно, кто-то добавил только что в друзьях, кто-то из подписчиков. Ай-яй-яй-яй-яшечки, бабах, готово. Ладно, смотрите, у нас 9 кубков, вернее, кристалликов, и сейчас еще один берем, и будет у нас, наконец-то, победа. Так, надо эту ниту убирать. Все, мы ее убили. Все, пацаны, все вниз, let's go, 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 go. Валим, чувак, валим. Вниз, это значит вот сюда, ребята, низ, это низ. Вот такая у нас получилась серия наша на путь Шелли. Мы... Бах! Боже мой, еще одну секунду продержаться, и мы успели выиграть, мы спрятались от этой Миши Ниты, вот, как-то так, круто, у них, смотрите, был 4 уровня, 2 уровня, и наш Голди, Пучели Голди, самый нубчик, он 1 уровня. Все, наконец-то, ребята, мы взяли первые 100 кубков на нашем нубском аккаунте Пучели, вот, и как-то так.
Ну что, ребятки, вот такая была серия. Если вам понравилось видео, ставьте лайки, подписывайтесь на канал. Впереди очень много крутых видосиков по донату, ребятки. Игра с подписчиками, будут стримы с подписчиками, будет Old Brawl Stars тоже, там есть один из видосов 2017 года на приватном сервере, иногда буду снимать и этот старенький, смешной такой примитивный Brawl Stars. Ну что, тогда еще раз всем пока, всем до встречи, спасибо за просмотр.